Stop. Don't stop. We'll be right back.
Stop. Привет-привет, дорогие друзья! Это канал альтернативного моделизма. И это экспериментальный формат видео для моего канала. Как вы можете, на протяжении всей сборки я общался со своими зрителями, со своими подписчиками на всем понятном и, так сказать, международном языке жестов. Я думаю, всем все было понятно, что, зачем, как и почему собиралось в данной сборке. Что это за проект? Как и почему возникла идея собрать данную модель, я, конечно же, вам расскажу, но совершенно в другом видео. Основная сборка по этому проекту завершена, и впереди нас ждет всего лишь покраска и, может быть, какие-то мелкие доработочки. Конечно же, данную бандуру я буду красить только из баллончиков, потому что для кисти здесь очень много работы. А для того, чтобы покрасить все это дело из баллончиков, мне нужна хорошая погода. Поэтому данная моделька вот в таком виде будет ждать своего часа где-то до конца марта месяца. Когда наступит теплый денечек, я выйду во двор и задую все это дело серебристой и черной краской. Вообще у меня в планах завершить данную модель до Дня космонавтики. Я в прошлом году хотел сделать что-то подобное, не получилось. Надеюсь, в этом году у меня все получится. Итак, друзья, если вам понравился данный формат видео, вы, конечно же, напишите мне об этом в комментариях. Если вам понравилась сборка, понравилась модель, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал, чтобы увидеть данный космический крейсер, покрашенный и во всей красе. И, конечно же, поделитесь видосиком с друзьями. Сейчас, как всегда, вас ждет финальная фотосессия, где с разных сторон я представлю вам эту модельку. Все, друзья мои, на этом я прощаюсь с вами. Пока, скоро увидимся.